Куда мы пришли? Мы пришли в то самое место, где мы не торопясь, не спеша выбираем что? Выбираем ваш автомобиль. Давайте определимся, почему не торопясь, не спеша. Во-первых, здесь нету шопинга другого. Представляете, спокойненько приехали. Выезд в сторону Белорецка. Прямо еще город даже не закончился, мы здесь остановились. Как до сюда добраться? Да легко. Машина вон в маршрутке. Пройти ровно 50 метров. И постоянно вы можете отсюда спокойненько уехать, если у вас уже нет машины. Если есть машина, то, кстати, тоже интересная тема. Почему бы вам эту машину не апгрейдировать? Тем более, когда мы будем говорить о чем, и мы сейчас вам расскажем, естественно, о замечательной гарантии. То есть не каждый человек даст вам 5-летнюю гарантию. И кроме всего прочего, давайте заглянем вовнутрь, потому что отдельные машины для меня просто уникальны. Так что иногда придется слюнки вытирать. Про сегодняшний сюжет мы поговорим. Мысли, в принципе, вслух. Что касается нас с вами. Мы, естественно, знаем больше удовольствия, и в большем количестве машин мы покатались с большими объемами двигателей. Сложно, конечно, и мне не понять, но за раз владельцы автомобиля с 400 лошадками платят 62 тысячи рублей. А внедряя их в бензин, выгода при пробеге 30 тысяч километров, вы можете воткнуть в государство 100 тысяч рублей. Как-то так. Да, странная у нас выгода. И поэтому мы могли бы в большей части ездить на пятерках, как и на шестерках. Но мы их, естественно, продали. И таких сейчас по городу не более 50 штук. Но мы-то знаем удовольствие. Чтобы было все навороченное, чтобы машина практически сама управлялась, чтобы не жрала бензин тоннами. Потому как, когда мы ездили на больших объемах с деньгами, все было малость и, наверное, в 10 раз круче, чем сейчас. А сейчас таких финансов-то и нету. Ну что же нам сейчас делать? А мы едем в Уралавто. То есть определяемся сразу. Все примочки, АБС, ЕВД, контроль давления в шинах, кондиционер, автомат и 6, и 8 ступеней, механка от 6. Вот это обалденное удовольствие. Крутизна, по сути, с лучшей и правильной гарантией на все узлы и агрегаты, и все это Kia. Да и по цене, посмотрите, новый Picanto. Таких в городе новинок больше не присутствует. Нету таких движков, да не маленькие. Со всеми приспособами, с немаленьким салоном, с лучшими гарантиями, которых ни у кого нет, и это не космос. Можно купить, почему нет? Теперь вопрос с нашей ценой. Как правило, мы почему-то можем сдать свою машину, либо купить новую, но простите, ситуация не 11-летней давности. Сколько денег у нас есть? Скопили 150 тысяч рублей. За год, в принципе, можно. Потихонечку, по десяточке собрали. Смотались за бугор, посмотрели тамошний результат, вспомнили прошлое, захотели круче, чем там, и в разы. И приехали на Белорецкое шоссе 17 в Kia-центр от Уралавто. И вы знаете, купили себе машину. Да, круче и навороченнее, и честно, ваша дружба с Kia началась. Я прекрасно понимаю, что машина, которую вы продаете, это что-то с чем-то. Потому что я полазил, посмотрел, идеал. То есть давайте определимся. В каком возрасте вы можете такие машины купить? По сути, события, они не такие дорогие, если честно. То есть мы говорим об других машинах, другой марке, а цена-то не та. Смотрите, соотношение, опять же, функционала, цены этого автомобиля, оно сейчас на самом лучшем уровне по сравнению с другими конкурентами. То есть, если брать какие-то автомобили той же Toyota, которую все уже, наверное, полюбили, что это качественный автомобиль, здесь вы получаете гарантию 5 лет, либо 150 тысяч пробега, огромный функционал, который у той же Toyota, допустим, будет стоить за... Будет доступен за большие деньги, так сказать. Будет доступен за большие деньги. Давайте все-таки определимся еще к другим вопросам, да? То есть в Магнитогорске, да и вообще в России сейчас мы будем говорить, что... Я не буду говорить, что Kia – это плохая машина. Это вообще отличная машина. И я внимательно посмотрел, на интернет. Я вам скажу, что модели фирмы Kia, они находятся на третьем месте. После Lexus, после Toyota, а все остальное уже дальше находится. Уж поверьте мне. То есть они не ломаются практически. Мало того, мы помним те модели, которые вот только начинали, потому что программа «Автостоп», она из той же оперы, что и Kia.
машины работают. То есть, если мы будем говорить о возрасте, то 18 лет в программе автостоп. 17 лет мы видим, что машина ездит. По-моему, вообще никаких проблем не существует с этой машиной. Да, опять же, есть и примеры 300-тысячного пробега у этих автомобилей. И в отличнейшем состоянии они находятся. То есть, и по городу, вы как видели, автомобили огромное количество марки Kia. То есть, этот бренд на первом месте по количеству продаваемых автомобилей среди иномарок в нашей стране. Он уже достаточно давно полюбился нашим людям. Ну, все это почему? Вернемся к тому же, что это лучший функционал, это лучшее соотношение цены и качества. То, где мы сейчас находимся, то есть Россия, уж поверьте, страна не маленькая. Тут есть другая страна, не получившая на своей территории ни разу косяков, но постоянно влазящая в конфликты и не вылазящая из оных. Она залезла в космический долг и думает, что она круче всех и типа лидер, но простите, мы тоже имеем право голоса. И с нами надо считаться. Вот-то как. Вы у нас забрали больше удовольствия, но вы забыли, что вы не едины на Земле. Kia как была в Америке, так и стала круче, да и присутствие в России она сохранила. И почему мы не можем ездить так же? Да мы можем и будем кататься с получением тех же удовольствий, платя в два раза меньше. Потому как все, что есть у вас, здесь есть, но цена в два раза дешевле. А? Ну вот посмотрите. Средний американский автомобиль и то под Kia дешевле практически на миллион. Как-то так. А есть еще и дешевле, но круче. Любимый мой Апирус. Все примочки, да еще и новый. А как? Дайте мне немного денег, заберите мою болячку, я на нем поеду. И это моя-то радость. И почему мы сюда приезжаем, да? Потому что мы видим качественно другой подход к машине. То есть сюда люди пришли за грамотным шопингом. Потому что машина, во-первых, она денег стоит. Во-вторых, мы должны понять, что эта машина имеет какую-то весьма интересную гарантию. В-третьих, если мы будем дружить с Kia, рано или поздно, я же могу такое случиться, да, что потихонечку и полигонечку, после того, как у меня все в порядке, я же могу потом ездить и на более крутом автомобиле, это же легко? Конечно, конечно. Часто, зачастую люди приезжают даже сделать ТО на сервисный центр наш. На том же Sportage, допустим, на предыдущего кузова люди пересаживаются тут же на Sorento или на Sorento Prime, потому что людям уже полюбился этот автомобиль. И те, кто ездит уже на автомобиле, ездил на автомобиле Kia, они с радостью вернутся к этому автомобилю, может быть, на класс выше, может быть, купят этот автомобиль для своей жены, для своих детей, потому что они в нем уверены, они уверены в этом автомобиле, так же, как и бренд Kia, потому что дает гарантию 5 лет, либо 150 тысяч пробега на все абсолютно агрегаты. На кузов, в отличие от других брендов, здесь предоставляется гарантия 15 лет вообще. Вообще, чтобы вы поняли, не каждая машина, даже присутствующая в городе, буквально обласкивает вас своим вниманием. Далеко не каждая. Уралавто и подразделение Kia на Белорецком шоссе 17 работает для вас. Конечно, вы можете купить дешево и БУ, но рано или поздно некоторых может достать полное отсутствие в городе нормальных сервисов, ненормальные цены на запчасти, реальная тупизна ремонтников. И вы хотите по той же цене новинку. И вот тогда Уралавто. И вот тогда Kia. И даже без разницы, хотя понять-то надо, и на машине, и на маршрутке приехать-то легко. И вы уезжаете на лучшем качестве с проверенной гарантией. И вы покупаете новый автомобиль или берете его в кредит, не ушатывая свой семейный бюджет.